И нам нужно представить, как человек воспринимает эту змею, когда берет ее в правую руку. Und wir müssen uns vorstellen, wie der Mensch diese Schlange wahrnimmt, wenn er sie in die rechte Hand nimmt. Он как бы овладевает ее динамикой, да? Она там никуда ускользнуть не может, он как бы овладевает динамичной внешней информацией. Er meistert, er kriegt diese dynamische äußere Information in Griff. Он ее воспринимает, как он, она управляема, да? Вот он ее держит, ее контролирует, да? Er nimmt sie wahr, wie er sie steuert. Also er hält sie, er kontrolliert sie. Ну, естественно, да? Человек же ее держит, у них гармоничные взаимоотношения, взаимодействия, он, ну, он контролирует ее, он ее держит. Und natürlich haben die harmonische, das ist eine harmonische Interaktion, Interagieren, das ist ein harmonisches Interagieren, aber er hält sie, er kontrolliert sie. Ну вот на рисунке змея, образ змеи достаточно большой, да, и мы тогда чувствуем, какая сила внутренняя, да, у человека. Ну это сила любви, когда гармоничное взаимодействие с мощной внешней информацией. Auf diesem Bild ist das eine ziemlich große Schlange, und der Mensch hält sie, aber mit Kraft, er hält sie mit Kraft, aber das ist die Kraft der Liebe. Wir betrachten und versuchen zu spüren diese Kraft der Liebe bei der in bei einem Interagieren mit einer starken, mächtigen äußeren Information. И вот таким образом, рассматривая созвездие, мы можем определить, как рождается чувство, вот чувство силы и любви одновременно, и гармонии, и контроли, и того, что внешняя информация контролируемая. Wenn wir das Sternbild betrachten, können wir spüren, können wir fühlen, wie А что еще раз рождается чувство? Силы и любви одновременно. Wie das Gefühl der Kraft und der Liebe gleichzeitig entsteht. Ну, как бы любви, которая сила, да, которая контролирует всю внешнюю информацию. Also die Liebe, die auch Kraft ist, also die Liebe, die die ganze äußere Information kontrolliert. Мы, значит, концентрируясь на этом созвездии, мы можем определить, как рождается чувство и как чувство распространяется по телу. Wenn wir uns auf dieses Sternbild konzentrieren, können wir bestimmen, wie ein Gefühl entsteht und wie das Gefühl sich über den Körper verbreitet. Как бы рассматривая и воспринимая, что чувствует человек на изображении, что, ну, сам змееносец, да, что он чувствует, как у него рождается чувство и как оно распространяется, это чувство по всему телу. Also wenn wir uns anschauen, den Schlangenträger auf dem Bild, wie er es empfindet, wie das Gefühl in ihm entsteht und sich im Körper verbreitet. Ну, змея подвижная, возможно, в зависимости от ее движения, человек тоже как-то может наклоняться, менять свое движение, удерживая все это. Aber die Schlange ist beweglich und es kann sein, dass der Mensch auch entsprechend der Bewegung der Schlange auch sich bewegt, um das alles zu halten. Можно видеть, что чувство
можно видеть чувство, которое двигает телом при изучении этого созвездия. Man kann das Gefühl, das, de, das den Körper bewegt, sehen beim Erforschen von diesem Sternbild. И можно видеть, что чувство, которое двигает телом, это также и внешний фактор. Und man kann sehen, dass das Gefühl, das den Körper bewegt, das ist auch ein äußerer Faktor. Но в реальности так и есть. Человек, имеющий определенное чувство, соответственно, и действует. In der Realität ist es auch genau so, ein Mensch, der ein bestimmtes Gefühl hat, handelt auch dementsprechend. И здесь можно рассмотреть внутреннюю структуру. Und hier kann man die innere Struktur sich anschauen. Когда информация чувства как бы захлёстывает человека и направляет его, двигает его тело в том или ином направлении. Wenn die Information des Gefühls den Menschen überwältigt und sein Körper in eine oder die andere Richtung bewegt. То есть, когда мы нашли, что внешние есть системы, которые как бы сейчас внутренняя структура, и важно в эти внешние системы, скажем, внешние системы чувств есть. Вот мы говорим, чувство захлестывает, да? То есть, как будто бы извне, да? Wir sagen zum Beispiel, die Gefühle überwältigen, also als ob es Gefühle außerhalb kommen. И вот мы определили вот эти внешние системы, которые чувственные, которые захлёстывают. Und wir haben jetzt diese äußeren Systeme bestimmt, also diese Gefühle, die überwältigen. И нам тогда важно очень эти внешние системы чувств. Und dann ist es für uns wichtig, in diese äußeren Gefühlssysteme, которые захватывают тело и направляют в ту или иную сторону, die den Körper annehmen, und in eine bestimmte Richtung, die den Körper übernehmen und in eine bestimmte Richtung leiten. Вводить структуру вечности. Что еще раз? Вводить структуру вечности. Die Struktur der Ewigkeit einführen. Ну, вечность – это просто концентрированная любовь, если простыми, вот если просто понять, что нужно вводить, да? Ну, это сверхконцентрацию как бы любви, это и есть вечность. Um es einfach zu sagen, um einfach das zu verstehen, was man einführen muss, die Ewigkeit, das ist auch die Liebe. Also man muss einfach die Liebe, die Ewigkeit einführen. И тогда мы во все внешнее, что определяет движение нашего тела. Вот мы смотрим на свое тело, например, и какие-то чувства, эмоции, но они одновременно и вовне, которые могут как бы захлестывать, да, то мы во все внешнее, что определяет движение тела, мы вводим эту вечность как любовь. Und wenn wir zum Beispiel auf unseren Körper schauen, also wir haben bestimmte Gefühle und es gibt auch äußere Gefühle, dann führen wir in diese äußeren Systemen die Liebe oder halt die Ewigkeit ein.